Друзья, всем привет! Уже стало традицией, при постановке на учет снимаю вам машину. Опять нахожусь в Истринском отделении. Значит, машина Toyota Wildfire гибридная. Хочу показать им, где номера находятся. Номер двигателя находится вот, вот где вот палец показывает, тут там. Все видно хорошо, инспектор уже посмотрел. Просто у него с собой документов не было на машину, пошел за ними. Вот, и номер кузова находится вот здесь, вот под этой планочкой у водителя. Вот, сейчас посмотрим. Значит, по документам, что нужно: паспорт, техосмотр, страховка, электронный паспорт транспортного средства. Ну и все, и записался я через госуслуги. А, ну и договор купли-продажи. Вот, все вот эти документы берете, я им сразу в стопку все сложил, отдал, приняли. Вот сейчас жду осмотр. Что еще? По документам у машины должно быть, если они сложат лошадиные силы электроустановки и двигателя, то должно быть 200 лошадиных сил. Вот, посмотрим, что выйдет. Ну, должно быть так. Но если они неграмотные, пойдем с ними бодаться. Там будет видно. Вот, сейчас, когда получу номера, в конце, кстати, вот на эту тему я сделаю небольшой конкурс. Ребята в группе просили, я обещал им. Вот, будет небольшой конкурс с бесплатным, естественно, подарком. Друзья, ну все, вот номера получил. Все сложили, короче, все двигатели сложили. Получилось 200 лошадиных сил, как я и говорил. Мои убеждения, они посеяли зерно сомнений, конечно, очень хорошо посеяли. Но они говорят, нам руководство так сказало, вот мы так и делаем. Как бы я ничего не могу сделать, пока сверху не скажут. Вот и все. Значит, конкурс. Думал, как же что бы разыграть, придумать. В общем, смотрите, я получил номера. Давайте, вот сегодня вторник, до вечера четверга. Просто пишите в комментариях телеграмма под этой записью просто цифровой номер, ну, допустим, как номеров моих, допустим, там 503, там, не знаю, 730, там 915, 003, что угодно, любой номер без букв. Вот кто ближе окажется к реальному номеру, тому я и отправлю свой подарок. А, кстати, у нас главный спонсор подарка — это магазин автомасел и автозапчастей АЗАП, ну, которую я всегда беру масла, фильтра, и вам тоже, собственно, рекомендую, потому что там оригинал. Хотя будьте уверены в этом. Все, друзья, так что до четверга, это у нас получается до 13 числа апреля, до вечера, где-нибудь часов 10 вечера, выпущу ролик с правильным ответом. Ну и, соответственно, посмотрим, кто будет победитель. Все, друзья, на этом я заканчиваю. По машине еще много дел. Надо сигналку ставить. В общем, по машине много чего буду делать. Вот. Поэтому я помчал. Всем спасибо. Всем пока. Ну и оставайтесь со мной на канале. Всем хорошего дня.